На телеканале «Россия-1» главные вести Карачаево-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. В рамках реализации национального проекта «Демография» и его регионально-подпрограммы «Старшее поколение» в Черкеске ведется строительство нового дома-интерната для пожилых людей-инвалидов. Члены комиссии, в которую вошли депутаты парламента, представители партии «Единая Россия» и профильного министерства, осмотрели ход строительства объекта. Подробности у Мурата Джанкезова. Проживание в доме-интернате для престарелых должно обеспечить пожилому, зачастую больному человеку возможность достойно прожить остаток жизни. Как правило, это люди, отдавшие стране лучшие годы. Наши жители – это особая категория людей. Среди них 3 ветерана Великой Отечественной войны, 16 человек ветерана труда, 6 человек реабилитированные лица, 1 ликвидатор Чернобыльской катастрофы. Это уже не первая попытка построить в республиканской столице новый корпус дома-интерната для престарелых. Ранее начали было его строить, но последние 5 лет объект был заморожен. Благодаря участию в подпрограмме «Старшее поколение» национальной программы «Демография» сегодня активными темпами строится здание, рассчитанное на 122 места. В сегодняшний момент подрядной организацией ведутся работы по утеплению фасада, вот как вы видите, по устройству внутренних инженерных сетей, это водопровод, канализация, электрика, и начаты черновые отделочные работы. По графику предусмотрены средства на этот год 101 миллион осваиваются по графику. В этом году, на сегодняшний момент, мы уже освоили 39 миллионов. И дальше финансирование также планируется в рамках утвержденного графика осуществлять и также финансировать. Во всем здании заменили окна, которые пришли в негодность за время вынужденного простоя. В подвальном помещении оборудованы склады для продовольствия и комнаты для стирки. На первом этаже предусмотрен изолятор, где новых посетителей будут проверять на наличие заболеваний и других ограничений. Здесь же расположены помещения пищеблока, обеденный зал на 70 посадочных мест и актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий. Впечатления самые хорошие, потому что те условия, которые сегодня создаются для людей пожилого возраста, которые в этом нуждаются, они, конечно, уже современные и учитывают все требования, которые сегодня предъявляют будущие жильцы. Со второго по 5 этажи находятся жилые комнаты, в которых пожилые люди разместятся по 1 или по 2 человека. На каждом этаже предусмотрены помещения для личной гигиены, стрижки и так далее. Для тех, кто самостоятельно не может передвигаться, предусмотрены 2 лифта – пассажирский и грузовой. Мне интересовали именно доступность, начиная с пандуса, с улицы, со входа, длина пандуса, угол пандуса, все соответствуют. И также я удовлетворен тем, что внутри тоже показали, что все санузлы и все, где будут они ходить, они по проекту посмотрели, по реконструкции, то, что изменения тоже посмотрели. Все соответствует именно тем людям по ограниченной возможности. Ориентировочные сроки окончания строительства – конец 2021 года. Мурат Шанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Печальные вести. Невосполнимую потерю понесла театральное сообщество Карачаево-Черкесии. На 72-м году жизни ушла... На 72-м году из жизни ушла заслуженная артистка России Любовь Султанхамитовна Гачияева. Неоценимый вклад она внесла в развитие театрального искусства нашего региона. Многие годы Любовь Гачияева оставалась ведущей актрисой Карачаевского театра. У нее одинаково убедительно получались как драматические роли, так и комедийные образы. Большинству зрителей она запомнилась по своим ярким ролям в фильмах «Ермак», «Холод», а также в театральных постановках, как «Черный ноябрь 43-го», «Сумасбродная любовь». Любовь Гачияева была такой же яркой и активной, как ее героини. Светлана Шаганова о жизни и творческом пути актрисы. Этот репортаж был подготовлен к 70-летию актрисы. Сельская девушка мечтает поступить в театральный и стать известной актрисой. Для воплощения заветной мечты она отправляется в столицу нашей страны – Москву. Типичный сюжет многих советских фильмов. Именно по такому сценарию начинался творческий путь Любови Гачияевой. Ее родное село Терезе словно распахнуло свое окно на большую сцену. 1984 год. Люба поступает в ГИТИС и попадает в класс к Элине Быстрицкой, той самой актрисе, сыгравшей роль Аксиньи в «Тихом Доне».
За годы учебы Любовь Гочияева впитала в себя все мастерство театральных корифеев. Определить ее типаж непросто. Она мастер перевоплощения. Я из поколения романтиков. Но жизнь по-своему учит нас чему-то, да? Мы становимся более рациональными, хотя я не могу сказать. А на сцене вот мой типаж, мои психофизические данные, они уже более не такие, какая я романтичная все-таки получаюсь. Героика романтичная, героиня может быть. В родном драматическом театре на этих театральных подмостках Любовь Гочияева играла свои лучшие главные роли. Но творческие горизонты для нее не имели границ. Работа в кино – новый этап в жизни Любы. Актриса снялась у самого Краснопольского в историческом фильме «Ермак», исполнив роль ханши. Работая в столице, Любовь Гочияева многого достигла. Она первая среди актрис Карачаева-Черкесии была удостоена высокого звания – заслуженная артистка России. У каждой творческой личности случаются взлеты и падения, победы и поражения, радости и огорчения, любовь и страдания. Все это пережила и Люба. Ее возвращение на историческую родину стало поводом для новых вершин, еще неизведанных. Здесь и лица другие, глаза другие. Мне кажется, все более открыто. Не потому, что мы периферия. Периферия, провинция – это понятие какой-то внутренней сущности человека. Хоть и родившись в Киргизии, Любовь Гочияева безумно любила и любит свою родную Карачаево-Черкесию. Но с болью в сердце вспоминает годы ссылки. Родители Любы попали в Среднюю Азию еще детьми. Мамин отец, дедушка Любы, умер на чужбине. Она прибегала на его могилу, ложилась, обнимала могилу ручонками. И однажды, вы слышали, наверное, шакалы ходят кругом, и как детский плач слышится. И вдруг она увидела, что они приближаются к ней. Она убежала со всех селенок и больше не ходила на могилу отца. И таких историй немало. Как говорит Люба, для меня время ссылки словно кинопленка, которую прокручиваешь вновь и вновь. Эту боль Люба вновь прочувствовала в спектакле «Черный ноябрь 43-го». Режиссер Борис Тахчуков именно ее видел в этой роли. Я играла за главную женскую роль Захидат. Это образ матери Тахчукова. Это была великая женщина. Я очень уважаю Тахчукова Бориса Хусейновича. Спасибо ему, он очень много сделал для меня. Сам Всевышний наградил Любовь Гочияеву талантом, даром, который дается не всем. И в жизни, и на сцене она богиня. Иногда кажется, сама царица Клеопатра или Медея. В то же время эпатажная личность и всегда разная, неординарная. За плечами 50 лет творческой деятельности, но еще многое неизведанное впереди. В планах актрисы новые роли, новые взлеты и новые победы. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Али Бастанов. Вести, Карачаево-Черкесия. К сожалению, планам Любови Гочияева не суждено было свершиться. Это большая потеря. Я еще всего-то 71 год шел. Но для артистов ее уровня, конечно, это все равно они играют и могла бы играть, но тяжелая болезнь сковала ее силы, возможности. Ну и, к сожалению, она ушла от нас, и я выражаю искреннее соболезнование от имени театра, от имени театральной общественности, ее близким, родным. Впереди у нее были какие-то замыслы, но видите, как корректирует нас Всевышний, и мы не в силах что-нибудь сделать. Я ее запомню красивой, я ее запомню той, которая она была и есть. Пусть ей там будет хорошо, и все мои соболезнования и от имени театра русского, и от своих театральных деятелей, ее родственникам, которых я очень люблю и уважаю. Государство поможет пенсионерам избавиться от долгов. Но об этом мы расскажем сразу после прогноза погоды на завтра.
По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Во второй половине ночи и днем в отдельных районах сильный дождь. В сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Днем потеплеет до 24. В горах местами от 4 до 9 тепла, днем 9-14 градусов. В Черкесске переменная облачность, ночью кратковременный дождь с грозой. Днем сильный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью ожидается 15-17 градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 24. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4709. Из них 4104 выздоровели. Госпитализировано 72 человека. Как правильно осуществлять пассажирские перевозки? На этот вопрос нам ответили сотрудники ГИБДД по Прикубанскому району, которые провели профилактическую операцию под названием «Пассажир». Она направлена на предотвращение нарушений при перевозке людей. Данная акция прошла на участке дороги между Черкесском и Хабезом. Подробности узнавал Аслан Герюгов. Данная профилактическая операция проводилась с участием транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. У водителей проверяли все необходимые документы – наличие аптечек, огнетушителей и тахографа, которые регистрируют скорость, режим труда, отдыха водителя и членов экипажа. Делается это для того, чтобы снизить рост дорожно-транспортных происшествий, которые, к сожалению, имеют место быть на территории Карачаево-Черкесской республики. Вот сейчас буквально мы остановили транспортное средство, перевозящее, значит, пассажиров. Вот, при проверке документов на право управления транспортным средством водителя данного транспортного средства было выявлено нарушение правил дорожного движения, а именно отсутствовал тахограф. То есть это является нарушением режима труда и отдыха. Это очень важный аспект, который необходимо соблюдать, и отсутствие тахографа это считается очень такое грубое нарушение, за которое гражданин понесет соответствующую ответственность. Кроме этого, инспектор по пропаганде затронул актуальную тему, касающуюся машин с абхазскими и армянскими номерами. Ведь за последнее время их становится все больше и больше на территории не только нашей республики, но и всей страны. Да, в последнее время очень часто задают вопросы касаемо транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками, зарегистрированными в странах Евразийского экономического союза, именно на граждан Российской Федерации. Владелец такого транспортного средства обязан зарегистрировать транспортное средство после 10 дней со дня ввоза на территорию Российской Федерации. Садясь за руль автомобиля, человек несет ответственность за жизнь тех людей, которых перевозит. И данная акция должна напомнить каждому водителю об этом. Аслан Герюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Дорогие наши пенсионеры и пенсионерки, особенно те, у которых большие долги, приглашаем вас на полезное утро завтра в пятницу в 9 ровно. Правда ли, что государство простит долги пенсионерам? Нет необходимости обращаться в суд. Достаточно прийти к своему судебному приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производство. Старикам помогут избавиться от долгов. Неужели все простят? Но обязательным условием должно быть отсутствие иного дохода и отсутствие недвижимого имущества, за исключением единственного пригодного для постоянного жительства имущества. Как размер пенсии влияет на широту улыбки? И мы пригласили сегодня в гости самую жизнерадостную пенсионерку республики. Может, у нее очень большая пенсия, и ей от этого радостно. Самое полезное пенсионное утро завтра в пятницу в 9 ровно на телеканале «Россия-1». Мы поможем избавиться от долгов, и мир станет прекрасным. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лабиринты». Приятного вечера с телеканалом «Россия-1». До встречи завтра в 9 утра.